Здравия, друзья! Друзья! Сегодня у нас Барселона, но сегодня не будет игр по Барселоне. Друзья, сегодня у нас дебют как тренера в сборной Бразилии. Первые два матча нашей сборной Бразилии. Ну что ж, состав мы укомплектовали. Неймар, Роберто Фирминио, Халк. Ну, в общем, все на вашем экране. А вот таким вот составчиком я укрепился, и сегодня у меня дебют как тренера. Сегодня либо сбудутся мечты, либо произойдет все что-то ужасное. Вот ставьте на паузу, смотрите, вот такие вот ребята сегодня в стартовом. В Бразилии, какие же шансы в Бразилии выйти в чемпионат мира? Я думаю, все очень большие, как видите, 10 очков, а у Аргентины 12, Уругвай 9, Чили 9, Венесуэла 7. Я думаю, есть шансы, 5 первые, естественно, 5 команд выходят на чемпионат мира. Я думаю, в Бразилии большие шансы. Два матча мы сегодня, ребята, проведем со сборной Бразилии. Ну а после этой серии, естественно, возвращаемся в стан Барселоны, у которой тоже есть много чего. В общем, пожелаем нашим парням удачи, бразильцам тоже удачи. Поехали, ребята, поехали. Да, кстати, подождите, давайте посмотрим а лучших бомбардиров на квалификации. Вот так вот они выглядят. Халк, кстати, наш тут есть. Трикола у Халка, значит, он в отличный. Жонас тоже забил. Месси мы видим на 10 месте. Но я не тренирую сборную Аргентины. Переро и Месси, они оба по 2 гола наклепали. У чилийцев Хамес Родригес здесь тоже мы видим есть. Ну, в общем, очень много. Даже Неймар, смотрите, один гол забил, когда, видимо, не я тренировал, а успел заклепать. Ну что ж, поехали, друзья, Перу, Бразилия. Ну что, господа, вот и наступил этот момент. Это квалификация на чемпионат мира. Это Перу против сборной Бразилии, господа. И, собственно, мой дебют как тренера сборной. Сразу сборной Бразилии. Предложили, я сразу согласился. Господи, кто бы не хотел стать тренером сборной Бразилии, да? Я, естественно, сразу же и согласился. Ну что ж, команды выходят на поле. Перу, я думаю, в Перу тоже есть футболисты очень сильные. Ну и моя укомплектованная сборная сегодня точно должна выиграть, потому что это дебют, первый матч, все смотрят. Будет очень неприлично, если бразильцы сегодня проиграют, ребята. Неймар, ну здесь даже перечислять не надо, потому что мы с вами в прошлой серии комплектовали эту сборную. Что ж, играют гимны Перу. Какой черный парень там, просто черный парень под, по-моему, 32-м номером у Перу. Так, надо вспомнить, кто же у Перу есть такая прям звезда. Перу, кстати, очень хорошо играют. Ну и звучит гимн Бразилии, который я совершенно вообще не знаю. Вот, к стыду сказать, да? Тренер, а гимны не знает. Ну, не до. О, как Давид Луис вообще не помещается в камеру. Он такой высокий, что вообще не помещается. Что ж, прозвучали оба гимна. И сегодня кто-то заберет очки, а кто-то останется без очков. Это явно понятно. Ну что ж, сборная Перу. Давайте смотреть. Я не знаю вообще здесь никого. Вообще никого не знаю. Рафан, по-моему, какой-то был там у них центральный опорник. Да, сколько? Много людей пришло. Большой-большой стадион. Ну и сборная Бразилии, которых я сегодня поставил резервы и основной состав. Ребята, это очень сильный состав на сегодняшний день. На сегодняшний день это один из самых сильных составов. И главное, правильно, чтобы заставить этих ребят играть, я думаю, приложил все усилия на тренировках. Эти ребята... Да, должны. И к мячу подходят Неймар и Фирминио. Поехали, мексиканец сегодня. Давид Луис. Тиаго Сильва. Что с тобой, Тиаго? Алвес. Вот этого парня не произнесло.
Роберто Ферминио, Рамирес и Неймар. Неймара, про которого я очень много говорил. И сразу же Неймар в ногу получает в начале матча, что я сомневался ставить его в основной состав, но все-таки... То есть у нас Неймар, здесь проходит Марсело. Марсело! И получает заслуженно пенальти. Конечно, Марсело и Неймар не привыкли играть, в принципе, с друг другом в одной команде. Они всегда порознь, эти два футболиста. Конечно, Марсело приятнее играть, наверное, с Криштиану Роналду, которым они уже очень много лет знают, как друг другу сделать пас и кто первый проходит. Ну вот, повтор этого момента, где Марсело заслуживает пенальти. Слушайте, ребята, а кто будет бить? Неужели Неймар? Халк? Ух ты, Халк, как у тебя тут все носит. Давай попробуем Халком, чем не было. В правую сторону долбанем, да? Давай, Халк, удар! Удар силы! И Халк забивает гол, и сборная Бразилии вырывается вперед от сборной Перу. Давайте еще раз посмотрим этот момент. Халк, удар, молодец, Халк. Алан, Неймар, уйдет ведь, нет, заслужит угловой. Сегодня очень здорово играет, очень Неймар. Я очень переживал, что Неймар все-таки начнет играть не так, как, ну, как в Барселоне. Он, конечно, играет, но он не забивает. Очень боялся того, что вот с этими ребятами Неймар не заиграет. Халк будет подавать угловой, угловой подача, подача угловой. Ох ты, ничего себе, ты там, Давид Луис, все прыгали, но никто не допрыгал. Вообще, защита сборной Бразилии, конечно, можно только позавидовать. У бразильцев настолько мощная защита, что... Блин, нифига себе, что это было. Что можно только еще раз, ребят, Тиаго Сильва, это просто машина для именно защиты. Вот реально, реально машина для защиты. Неймар попытался уйти, ничего не вышло. Роберто Ферминио, вижу, Халк, Халк забивает, Халк делает гол. Слушайте, этот Ферминио мне начинает нравиться, я уже его хочу видеть у себя. Вы посмотрите, парень-то молодой, мощный, быстрый, сильный. Но, конечно, это Перу, это еще не проверка, это еще, ребята, не та самая проверка. А видели, как Халк-то ударил? Вы видели, как ударил Халк? Это была та самая, про что вы только что подумали, да-да. Халк, два гола, молодец Халк. О, Перу в атаке, ребята, пенальти. О, боже мой, это пенальти. Боже мой, ой-ой-ой-ой, Алвес, да, да, Алвес. Алвес сбивает. И Сильва рядом был, и все были, а вот Алвес почему-то сбил. Почему-то он его сбил. Фарфан, я хотел поприкалываться над этой фамилией. Но у меня не вышло. Ладно, попробую отбить пенальти. Попробую, ребята. Ну, я тут обещать не буду. И... Я думал, будет бить влево, а он ударил по центру. 1-2. Перу, Бразилия. 1-2 счет. Еще матч не закончился. И это квалификация на чемпионат мира. Ребята, это... Да уж, у Бразилии появляются проблемки. Давид Луис делает финтиплюх, отыгрывает Тиаго Сильва. Тиаго Сильва возвращает на Луиса. Луис на Неймара попытался сделать пас, но ничего не проходит. Походу у бразильцев очень большая проблема с отдачей пасов. Очень большая. Хоть и здесь очень играют звезды мирового футбола, но эти звезды мирового футбола делают плохо пас, с друг другом играют плохо. Это о чем-то говорит. И гол! Ферминио! Обратите внимание на этого парня. Я уже обратил внимание на этого парня. Это действительно заноза в заднице каждой команды врага. Это он является тем футболистом, который, ну, вот, совершает невероятные поступки для своей команды, для своего возраста. Да, на этого парня стоит обратить внимание и вообще посмотреть, где он сейчас играет и как он играет. Обнимашки с Неймаром на поле традиционно. Халк с мячом, ребята, Халк с мячом. Боже, Халк, что за запас такой у тебя сейчас произошел? Лучше бы ты пробил. Я думаю, Халк очень мощно бьет, он должен это делать. Алвес, Халк. Здесь у нас Алан. Здесь у нас Рамирес. Здесь, в принципе, любой-то ударить-то может. Неймар пытался на Марсело сделать.
Не понимают эти два футболиста друг друга, потому что порознь постоянно играют. Не понимают. Может быть, и в этом, кстати, проблема сборной Бразилии, потому что большинство из этих футболистов играет постоянно против друг друга. Боже мой, что этот парень творит, а, Фермини? Он с места стартует как реактив какой-то, как будто у него задница шила. Ребята, это очень офигенный футболист, и удар еще по воротам от него. Этот парень заинтересовал меня на 200%. Ребята, а я сомневался брать его в сборную. Невероятно, а я сомневался, а? А посмотрите, что он творит, а, на поле. Боже мой, как играет, как играет. А у Перу, походу, первая замена. Да, Варгас какой-то. Хуан Мануэль Варгас. Варгас выходит на 62-й минуте. Я не произвожу пока никакие замены. Меня все пока устраивает. Вообще все устраивает. Давид Луис против Карелос. Но Давид Луис какой-то странный, на самом деле, центральный защитник. Очень странный. То есть он должен будет вроде защищать, но с другой стороны он играет неплохо, кстати, в нападении. Очень неплохо. Ну, ой, Халк как отпустил мяч от себя. С другой стороны, он какой-то... О, Халк, вот это Халк. Вот это вот по-халковски называется. Тиаго Сильва. Вот Тиаго Сильва, это вот чисто классический такой, знаете, центральный защитник. Ох, как здорово здесь сыграли. Но здесь Ферминио покажет Ферминио технику. Показывает, уходит. Уходит, уходит. Да что же... Эй, падает. Мяч остается у Марсело. Марсело подыгрывает. Здесь Олан бьет. Кстати, можно было давать там пилайн. Ребята, это Ферминио, это какая-то бомба. Это бомба замедленного действия. Анди Пандо выходит у Перу. Ребята, Ферминио замедленная бомба замедленного действия. Это реально очень крутой футболист. Он сегодня все что угодно с Перу делает на поле. Ой-о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 й! Бразильцы, что ж с вами такое-то? Почему так отпустили? Только что недавно я говорил про эту чертову центральную защиту Бразилии. Она вроде бы и Бразилия, но она атакующая Бразилия. То есть, понимаете, эта центральная защита готова атаковать. Она как-то плохо обороняется, нежели защищаться абсолютно как-то не странно. Вот Давид Луис вроде бы такой футболист, 28 лет, но это тоже футболист атакующего плана. Удар! Сильва! Так, Луис, давай, прыгай. Так, допрыгался Луис. Сильва, опять же Сильва. Просто обожаю, ребята, обожаю этого центрального защитника. Это реально самый крутой центральный защитник. А здесь у нас Неймар. Неймар сделает на Алана. Алан продолжает на Ферминио. Ферминио, это мог быть гол. Назад на Халка. Халк здесь пробовать уйти, но Халк какой-то неповоротлив. Ребятушки, 3 минуты осталось до конца этого тайма. Все, матч заканчивается. Сборная Бразилии сегодня победила. Марсело в конце, кстати, получил травму. Надеюсь, незначительное. С одной стороны, гажу Реал Мадриду. С другой стороны, мне тоже не очень хочется, чтобы у него была травма. Все-таки на левом фланге он один из самых лучших, которые есть на сегодняшний день. Да, Ферминио. Друзья, второй матч. Сборная Бразилии встречается с Эквадором. Это уже будет очень интересно. Эквадор имеет в последнее время футболистов, которые... Вот Англия скупает, Испания скупает. Очень интересных футболистов. Я бы сказал, даже на уровне почти... Ну, почти бразильцев. Их скупают как пирожки во все страны. Ну, и, соответственно, там они и накачиваются. Давайте посмотрим, каким сегодня составом выходит Эквадор. Я думаю, в газетах очень много там в новостях писали по поводу, что мы готовим команду ко второму выходу. Повторим ли мы тот же самый футбол, что сделали с Перу. Сегодня мы, кстати, это и увидим. Возможно ли сборная Бразилии так играть, как она играла в том матче. Ну и посмотрим. Сегодня, естественно, Марсело в себя вроде бы пришел. А вот сегодня, кстати, думал, выпустить ли мне Гульхерме на ворота или Алвеса оставить. Я оставил Алвеса. Не стал теребонькать, так сказать. Вот. Да, и матч очень важен для Бразилии. Тут мы говорим о очках. Какая интересная музыка играет у Эквадора. Такой, кстати, прикольный гимн, между прочим, у Эквадора. Я даже не ожидал. Очень, кстати, классный. Мне нравится. Мне нравится. Я его впервые в жизни слышу. Вот. Эквадор, друзья, Бразилия сегодня. Мне очень интересно, каким же составом
вышло. Мы сегодня вышли абсолютно таким же. Два Алвеса, интересно, да? Сегодня мы вышли абсолютно таким же составом, что мы и играли с Перу. Вот, а мне интересно, каким составом сегодня играет Эквадор. Давайте обязательно это... Ферминио, естественно, сегодня в нападении. Так, Валенсия у них, интересно. Валенсия, Кокера, Монтера, Нобоа, Валенсия, Мина. Интересно, интересно. Эквадор тоже интересная сборная. Интересная сборная именно скоростью. Фермини этого парня нам показывали. Очень я им доволен в том матче. Покажет ли он себя с такой же стороны. Ну и наша главная звездочка Неймар, который просто талисман этой сборной Бразилии. Вот именно талисман. С мячом Марсело. Марсело. Алан. Алан делает Халк. Халк. Не спешим. Эквадор может просто перехватить и все. Алвес. Алвес на Рамироса, Рамирос на Алана, Алан возвращает на Марсело. Марсело. Марсело, Алан, Алан. Так, дальше на Халка. Халк, Халк. Попробовать навесить, что ли, а? Попробовать это сделать, и первый можно удар поворотом назвать, но удар-то не от нас, а от защитника, потому что защитник это дело выбил. Так, угловой, ребята, подача на... Блин, криво здесь подача была, очень криво. Вата, Рамирос. О, остановка, по-моему, игры была сейчас здесь на Рамирос. Рамирос такой маленький. Роберто Ферминио, удар поворота! Вот это парень, вот это вот во втором матче, он мне просто дико начинает нравиться, ребята, просто дико. Это просто реактивный футболист какой-то, ребята, это просто реально, реально круто. Роберто Ферминио! Я тут вспомнил, ребята, на бразильца Оскара. И тут подумал, почему же я его в сборную-то не взял. Но, ребята, игрока брать, который играл всего лишь один сезон хорошо, остальные непонятно как, то я его не стал даже вообще о нем как-то задуматься. Я чисто случайно сейчас о нем вспомнил, подумал, кто же там в Англии такой бразилец-то явный. Ну вот. Что-то вспомнился не этот год, а тот год, когда он вроде бы наверху там еще как-то играл, но сейчас ужасный футбол показывает парень, но опыта, надеюсь, этот парень наберет, а у нас появился шанс на отдать пас, на, не дойдет. Неймар, наконец-то получает, собственно, наш талисман мяч. Я его называю талисманом. Ой, опять Неймару по ногам бьет. Да что такое, можно это поделать? Второй матч, где Неймар получает по ногам, и ничто не останавливает мяч. Спасибо тебе, судья. Я, конечно, статейку по поводу этого накатаю, судейство этого замечательно. А здесь у нас снова Неймар, снова он отдает на Алан. Алан возвращает Неймару, Неймар бьет... Неудобно из-под защитника было здесь бить Неймару. И нам показывают Роберто Ферминио, который сегодня тоже был великолепный. Какой же здесь был, ребята, удар? Ну какой же он был великолепный, а? Какой это футболист? Да. Но все-таки, ребята, что сказать про сборную Бразилии? Это не та сборная Бразилии, когда... Вспомните, когда-нибудь смотрели матчи, как играет Пеле? Вот посмотрите в ту сборную Бразилии. Та сборная Бразилии была непобедима. Эта же сборная Бразилии сегодня является, ну, не самой, согласитесь, сильной. Я даже не могу сейчас назвать сходу, какие сборные прям вот железные играют на счет там 0-2, например. Вот железная эта сборная выйдет. Таких сейчас почти сборных не осталось. Все играют не в понятный футбол. Здесь Марсело можно продолжить на Ферминио здесь. Свершит ли великолепную передачу? Гол! Нет, господи, что произошло сейчас? Здесь у нас Неймар играет защитником и проходит его. Здесь пробует делать на замахе, но замах не пошел, получился удар, очень плохой удар у Неймара. Вот, да, ребят, сборная Бразилии, Эквадор пока со счетом играет 0-0, ребят. Действительно, Эквадор хорошо, прекрасно понимает и знает, как играть против такой сборной. Неймар, опять же, он
Опять же обманывает защитника. Здесь нужно сделать прострел. Удар! Еще удар! Бразильцы неплохо бьют издалека. Пас на Рамироса. Рамирос попробовал пройти, но ничего не вышло. Неймар очень сильно устал. Роберто Ферминьо не даст мяч подыграть. Хорошо бы он сыгрался с Неймаром. Я бы, знаете, я бы был очень сильно на самом деле этому рад, если бы вот Неймар и Роберто Ферминьо играли в удивительный пас. Но эти футболисты по-своему хороши. То есть они индивидуалисты в своей сборной. Что он, что тот. А именно на друг друга сыграть как-то пока не получается. Халк с мячом. Халк прорывается в центральную зону. Надо бить на технику. Вратарь забирает. Забирает этот слайд. О, ошибается вратарь и опять отбивает. Боже, что происходит сегодня на поле? Сегодня какой-то такой футбол странный. Вот, а про этот момент я сейчас тоже вспомнил. Когда в последний момент защитник выносит мяч и нету гола на линии, мяч вынесся. Вот он, пожалуйста, вам такой момент. И вот еще один очередной момент, когда вроде бы мы должны с вами видеть гол, но мы его сегодня, собственно, не видим. Неймар здесь. Неймар. Подача. Красивая подача на Ферминьо была, но вот почти ведь прошло. Еще один угловой будет. И что у нас здесь? Замена у нас здесь. Показывает нам... Так, Марио Пинейда выходит. У них какой-то понятия не имею, кто это такой. Мы попробуем сделать глубочайший навес. О, Луис! Нет, там Валенсия. Еще один угловой. Господи, да сколько сегодня будет угловых-то? Халк подачи, еще одна высокая сделал. Нет, вратарь. Гол! Он все-таки сегодня забивает. Неймар сегодня оформляет 1-0. Да, ребята, когда-нибудь этот парень, может быть, и станет капитаном сборной Бразилии. Но пока это только молодой парень. Посмотрите, какая разыгранность сыгранность была. Алан, здесь пас, здесь сразу закидывание. И Неймар вот так вот через себя делать умеет. Вот так вот умеет. Из-под защитника так раскорячился, но... Пробил, конечно, красиво, не спорю. И через даже вратаря прилетело, через его перчатку. Сборная Бразилии вырывается вперед. Ребята, Рамирес борется. Сделает прострел, делает удар. Роберто Ферминьо. Или кто же сейчас так мощно-то? Да, он был головой первый, опередил защитника. Неймар даже палец вверх поставил. Ребята, поставьте и вы палец вверх за такой мощнейший. Здесь Неймар, надо устроить прострел! Прострел затянулся. И сборная Бразилии не получила возможность забить сегодня еще один гол. Время уже начинает подтекать, заканчиваться. О, как Рамирес перехватил. Здесь можно сделать вот так вот. Сделать дальше. И Ферминьо! Вот такой вот удар. Неймар уже на последнем издыхании бежит. Господи, главное, чтобы он не сдох. Этот парень мне еще, собственно, нужен, ребята. Этот парень мне еще нужен. И в Барселоне он мне нужен. Сразу же подача. Ух, какие у нас шансы, моменты появляются. И угловой. До конца этой встречи остается вообще совершенно копейки. Подача. Гол! Этот парень делает невозможное. Он забивает два мяча за свою сборную. Этот парень делает невозможное. Посмотрите, какой навес был. А вратарь где был? А где Неймар был? Вот он почему так вратарь-то бежал. И кто там спотыкнулся? Но это его ошибки, вратаря. Неймар, два мяча, дубль за сборную Бразилии, ребята. Все, свистит финальный свисток. Это говорит нам о том, что сборная Бразилии в обоих заявленных матчах забирает очки. И все будет дело за другими сборными, которые, я не знаю, какого числа они там играют. Но это уже ихнее дело. Я, как тренер, два матча выиграл. Что означает, что у сборной Бразилии появляется большущий шанс выйти на чемпионат мира. Будет очень здорово. Я даже, если выйду на чемпионат мира Бразилии, продлю контракт с Бразилией.
А вот так вот, наверное, сделаю. Но это пока первое. Ну что, в новостях про это уже написали, что Феникс приводит Бразилию к великолепной победе. Здесь целая статья, вы можете ее прочитать, поставив на паузу. Я вот ее мотаю. Давайте сначала вот так вот. Вот, читайте. И вот, продолжение статьи. Ставьте на паузу, прочитывайте. Великолепный старт и в сборной Бразилии. Ну, а в клубе тут уже, я вижу, про Агуэро пишет, что он оправдал все свои ожидания. Всем нравится, как играет Агуэро. Мне он тоже устраивает. Вот, в общем, вот такие, господа, дела. Мы возвращаемся потихонечку в сезон к нашей Эль-Классико. В следующем матче, в матче серии, здесь нас ждет Реал Мадрид и кто это, Валенсия, и кто это такая. В общем, Эль-Классико, друзья, в следующей серии. В общем, самые лучшие матчи у нас ожидают. Вот сегодня прошли, и впереди Эль-Классико. Вот, в общем, такие вот, господа. Ну и финал с Валенсией не за горами. Смотрите, в Кубке Испании. Это будет последний матч в сезоне в этом. В следующем сезоне это будет Лига Чемпионов, куда мы явно, думаю, попадаем. Мы, кстати, Реал Мадрид обогнали. И следующий матч, как видите, сейчас я вам крупным планом покажу. Тут будет явно непонятно, кто же. Это будет супер ответственный, ребята, матч. 59 Барселона и 57 Реал Мадрид. То есть, кто следующий матч выигрывает, собственно, закрепляется на второй позиции. Как видите, до конца сезона, еще раз покажу, осталось совершенно чуть-чуть. Вот полный месяц здесь. И вот в следующем месяце совершенно чуть-чуть игр остается до конца этого сезона. Повторяю, что в следующем сезоне это будет нас ждать Лига Чемпионов, новые трансферы, новые интересные. Ну а в следующей серии нас будет ждать Эль Классико, Реал Мадрид, Барселона. До скорых встреч, счастливо, пока, не болейте.